город. Днем города. Семен Кантер, создатель и директор Музея современного искусства Одессы. С 2012-го председатель правления Одесской городской общественной организации «Центр развития». С 2008 года организатор. Это действительно праздник. 45-летие города – это уже такая, на мой взгляд, весомая дата. Несмотря на все трудности, которые сегодня есть в городе, работают предприятия. У Черноморска юбилей 45 лет. Жители поздравляют любимый город с днем рождения и желают главного – мирного неба над головой. Всем нам хорошей, спокойной жизни в нашем государстве. Черноморск – все, Черноморск молодец. Все, в нем все хорошо, спокойно, мы все довольны. А вот хотелось бы, чтобы везде было спокойно. В первую очередь хочу поздравить всех жителей Черноморска с днем рождения. Город работает над тем, чтобы нашим детям было комфортно обучаться, комфортно расти, чтобы у детей были комфортные детские сады. Черноморск – совсем молодой город, но сегодня он стоит на пороге экологической катастрофы, говорят местные жители, из-за оползня в прибрежной зоне. Решить все городские проблемы станет возможно, если городская власть начнет диалог с местными жителями. А ячейка партии БПП «Солидарность» будет всячески этому способствовать, заявил Павел Тринчук. Я верю в то, что жители Черноморска достойны жить в комфортном, удобном и процветающем городе с высоким уровнем европейских стандартов жизни. Черноморск был основан 12 апреля в 1973 году. Город построен на базе одного из самых больших морских портов Украины. Официальное празднование Дня города перенесли на выходные 28 апреля.